Саби вы не потратите много времени на оплату услуг поставщиков и учет операций по счетам. Сейчас мы расскажем, как вести обмен с банками с помощью TXT-файлов, а именно, отправить в банк один или несколько платежей, загрузить выписку из банка, связать платеж с оплатой. Самый удобный способ обмена с банками – настроить прямую интеграцию. Проверить, поддерживает ли ее ваш банк, можно в этом разделе на вкладке «Расчетные счета». Интеграция доступна, если есть кнопка «Подключить». Инструкции и видео по настройке прямого обмена с банком есть в нашей базе знаний. Если такой возможности нет, файлы формата TXT подходят для обмена практически со всеми банками. Для начала любым удобным способом создайте платежное поручение. Проверьте, все ли данные внесены верно, и выгрузите его в банк. Саби сформирует TXT-файл и сохранит на ваш компьютер. Скачанный файл загрузите в личном кабинете банка. Обычно это можно сделать в разделах с названиями «Платежи», «Считай платежи» или «Импорт». Подпишите платеж, и чуть позже банк исполнит его. Когда нужно отправить сразу несколько платежей, кликните «Обмен с банком» и выберите «Отправить платежи». Саби покажет все неотправленные документы. Можете отметить только часть из них. Или все сразу. Затем нажмите «Отправить в банк» и скачать файл. Саби сформирует TXT-файл и сохранит платежи на ваш компьютер. Вам останется только в личном кабинете банка загрузить и подписать их. В строке платежа появится статус «Отправлено через TXT-файл». Теперь загрузите в Саби банковскую выписку, чтобы учесть поступление и оплату. В личном кабинете банка проверьте, что платежи исполнены. После этого запросите выписку. Обычно это можно сделать в разделах с названиями «Выписки», «Считай выписки». Выберите формат 1С и сохраните на компьютер TXT-файл. Обратите внимание, документ не должен содержать информации больше, чем за 3 месяца. Вернитесь в Саби в раздел «Банк» на вкладку «Платежи». Нажмите «Обмен с банком» и выберите «Загрузить выписку». В открывшемся окне найдите выписку, которую сохранили ранее. Статус загрузки отображается в правом нижнем углу. Готово! Все загруженные платежи показаны здесь же. На соседней вкладке «Выписки» они сгруппированы по датам и вашим компаниям. После загрузки выписки Саби может связать оплату с документами-основаниями, поступлениями, реализациями, счетами и сформировать проводки. Здесь появится дата проведения каждого платежа. Проверьте, включено ли у вас автоматическое проведение платежей, зачет оплат и отгрузок. Это можно сделать в настройках и в разделе «Параметры учета». Готово! С Саби вы быстро отправите платежные документы в банк и учтете оплату.